Всем привет! Здесь показываю прогулку с Лялей. Мы ее постарались нагулять как следует, потому что Ляле пришлось одной посидеть середину дня дома, а мы уезжали на пляж. Дни теплые, надо позагорать успеть и отдохнуть немножко. А Лялечка вот так развлекается. Ей тоже хорошо. Хитрюшка улыбается. Жарко. Очень жарко дышать. Поиграет, полежит, поиграет, полежит, как все. Со своим любимым мячиком. А еще там один ей кидаю, чтобы ее поднять. Чтобы она ложилась, приседала. Здесь она катается, катается девчонка. Не представляю, как у нее шерсть отрастет. Потом опять эти все прочесывания. Траву она также и ест по-прежнему. Ай. Пушистик маленький.